выкарабкались. Так, тут надо наоборот нырнуть. Ну, мне так кажется. Почему очень интуитивно? Все, я оплошал пару раз. Но в жизни тоже может две точки не заметить. Да и когда с тобой сзади гонится, тоже не подумаешь остановиться. Палец уже устал кнопку на стрелке держать. Что, цыплята? Ну да, это же ферма, все логично. Только они не должны так просто бегать. Капец, свиней поубивали. И коров. Стоп, оп. Раскачиваемся. Я думаю, надо открыть дверь для цыплят. За мной? Хе-хей. Ну, какие милашки, а? Новая загадка. Ну как? Цепь перебрасывать мы можем. А как вас здесь оставить? А, я быстрее вас бегу, да? Ну ок, давайте сюда. Сказал, как мясо вас. Вам же не жалко ради папочки-то. Со мной сможете забраться, нет? Жаль. Я вас уже полюбил даже. Опа-на. Что вы мне предлагаете? А, в свиней пойди упасть надо, ну. Прыжок вверх, господа. Опа-на! Ауч. Ну, понятно. Прыжок вверх. Уй. Да. Черви. Реально черви. Большие, очень большие. С
слишком большие. Опа, на. Ой.